По итогам 2018 года установленная норма призыва для Вологодской области была выполнена на 100%. В работе призывных комиссий приняло участие на постоянной основе 1500 представителей органов исполнительной власти и общественных организаций. Через призывные комиссии прошло почти 11500 призывников. В войска направлены 343 специалиста, имеющих удостоверение водителей категории С, Д и Е. В военном комиссариатом сформировано 313 команд, которые были направлены в 115 воинских частей. В лучшую сторону по организации проведения призывных кампаний 2018 года отмечаются призывные комиссии города Вологда, Череповца, Тотемского, Никольского, Великоустюгского районов. Все призывники на сборном пункте были обеспечены всем необходимым довольствием, питанием, при необходимости сухими пайками. 20% призванных имели высшее профессиональное образование, 78% среднее, полное или среднепрофессиональное, и 2% лишь имеют основное общее образование. Все призывники получили банковские карты для начисления денежного довольствия и персональные электронные карты. Одним из главных аспектов призывной комиссии является состояние здоровья граждан, призываемых на военную службу. Ежегодно через военные комиссариаты области проходит более 15000 призывников, в котором проводится полное углубленное медицинское освидетельствование. Анализ состояния здоровья освидетельствованных граждан показывает, что имеется тенденция к увеличению числа призывников, годных к военной службе, а количество граждан, имеющих заболевания, не подлежащих призыву на военную службу по состоянию здоровья, уменьшается.